Mark DeVellis, and I race in a Toyota Atlantic Series. I work with the team at EA, tuning the cars for Need for Speed Underground. I may push the limits of my car on the track, but off it, I drive safely and responsibly. Save the racing for the track, and if you feel the need for speed, just play Underground. Да, вот такие вот умные слова нам сказал гонщик. О том, что надо оставаться хорошим водителем и ни в коем случае не гонять в городе. Как-то так. Какая уже получается четвертая серия моего живого прохождения Need for Speed Underground первой части на консоли Nintendo GameCube. Ой, ребята, так не люблю Cube говорить, GameCube. Уж извините, уж кто знает английский, но я привык говорить GameCube. И да, я посмотрел записи тех трех серий предыдущих. Все-таки музыку я поставлю еще на палочку ниже. Потому что она все-таки прослеживается. Я еще пока не заливал. Вот на момент записи четвертой серии я еще ни одну не залил. Потому что я, получается, три серии вчера записал, и одну вот сегодня утром записываю. Блин, вообще красота, да? Отличная заставка. Так, вот он Рондондон запил. Так, загружаем профиль. Да, музыку убавляю еще меньше. Все, go underground. И посмотрим, на чем мы в прошлый раз остановились. Так, кольцевые гонки, дрифт и кольцевые гонки. Давайте начнем с этих кольцевых гонок, которые на два круга. И снова нас встречает Хосе. Так, Ford Focus, Dodge Neon. Что еще? А, и Volkswagen Golf GTI. Так, мои любимые прыжки. Давайте закись из этого пока прибережем. Потому что в первом андеграунде она работает как в реальной жизни. Один баллон выпустили и все. Больше он не восстановится. До следующей гонки. Напоминаю, срез. Очень полезный, кстати. Блин, чуть не врезался в колонну. О, это было близко. Тормозим. Рекламу Макдональдс видели? Peugeot 206. Вообще обожаю эту модель. Ну что?
топим. Все. Закись азота выдавили. И на финиш. Аккуратно паркуемся, как я люблю. Так получается, Джеки на неоне второй, Хосе на Гольф GTI третий, и Стюарт на фокусе четвертый. $300 в банк. Вот эти ставки что-то опять упали. Ну ладно, видать после турнира. Продолжаем. Is that supposed to impress me? Какой-то карлик. Вот это Эдди, ребята, еще раз повторяю. Гонщик, который возглавит все первые места. Вот смотрите, сейчас покажу ранкинг. If you want to be the best, you gotta climb to the top of these rankings ladders. Check these lists after each race to find out how you stack up against the other drivers. Вот это рейтинг лучших гонщиков. В каждом виде соревнований. Вот, например, кольцо. Спринт, дрэк и дрифт. Видите, у нас пока unranked написано внизу, что мы еще не вошли в десятку лучших гонщиков. А Эдди, получается, видите, пока что на 8-й позиции в дрифте, на 7-й позиции в дрэге, так, также на 7-й позиции в спринте и на 6-й позиции в кольцевых. Вот рано или поздно он возглавит весь этот список, и нам предстоит с ним дуэлиться под конец игры. Так, далее у нас идет дрифт. Погнали. Как обычно, хард. Стабилизация выключена. Все по максимуму. Сложность по максимуму. Давай, старт. Немножко разогреюсь. Смотрите. Так, по-моему, я не первый. Подождите. Ну, даже третий. Ну, отрывы, смотрите, небольшие вообще. Надо стараться. Конечно же, рестарт. Игрушки кончились. Блин, ну ё-моё, не сохранились. К сожалению, бывает, игра думает, что я в заносе и не сохраняет очки. А я как раз лечу в стену, и все получается, сбрасывается.
финиш. Вот теперь другое дело. Основной ездил Брис на Лансере, Стефан на Миате и Гектор на центре. О, Nissan Центра, кстати, еще не открывался. 5 Zigin винил, $300 в банк. Посмотрите, неоновая подсветка второго уровня. Пойдемте ее ставить. Так, смотрим. Стайлинг. Аксессуары. Когда что-то новое появляется, об этом нас информирует стрелка. Куда заходить? Это очень удобно. Так, неон. Так, это уже было. Вот, в два раза больше стоит, $400. Желтый неон, аква неон, белый неон, граб какой-то неон, розовый, лайм. Вот, лавандовый неон, золотой. Мне нравится такой вот нежный лавандовый. Видите, он вроде не как фиолетовый, только такой приятнее. Все, берем лавандовый неон. Давайте посмотрим винил, кстати. Нет, пока уникальный один. Хорошо. Больше пока ничего не доступно. Так, далее кольцевые. Три круга. Who knew these guys would be interested in you? Modified Mag is here, and the word is that they'll put you on their cover if you win the next race. В общем, это будет ответственная гонка. На кону 10 место в рейтинге кольцевых заездов. На шанс попасть в таблицу лучших гонщиков. Стать 10-м будет. Ну, Хосе, конечно, нам попытается помешать. Вот он, справа Volkswagen Golf GTI, с нами еще Peugeot 206, и, вот смотрите, Nissan 240SX слева. Предлагаю пока не трогать закись изота, потому что вдруг поразит какая-то ошибка, и нужно будет резко набирать скорость, догонять. Так что пока подождет закись. Вот это трамвай. Так, не забываем тут срез в парке. Напрямик. Резко налево. Справа срез не очень хороший, лучше его объехать. Тут не очень приятный поворот, на самом деле. Все-таки, ребята, музыку я на одну полоску прибавлю. Смотрите, я вам покажу кое-что. Потратим на это время немного. Здесь есть реклама. Реклама Cadillac Escalade. Вот видите. А где у нас появится Cadillac Escalade, вспомните. Верно, в следующей части Need for Speed Underground 2. Это как бы уже заранее нам, не то что пасхалка, а намек, что нас ждет в следующей игре. Я вот буквально в этом году только это узнал, раньше не заезжал сюда. Я надеюсь, мы нагоним. Ё-моё, осторожно. Давай.
Извини, если 40 секс не выйдет. Ух ты, блин, идеально. Ну, практически. Все, мы их догнали. И обогнали самого Хосе на Volkswagen Golf. Так, китайский квартал. Прыжок. Отлично. И останется еще один круг. Тут внимательно едут машины всегда. Так, последний круг. Ой, пикап, извини. Все, оплачу, наверное. Трамвай ушел, хорошо. Сити Плаза, видимо, отель. Так. Потому что у меня с Плазой ассоциируется знаменитый отель в Нью-Йорке. Поэтому я предположу, что здесь Сити Плаза тоже отель. Воу! Маленько потерял управление, но ничего. И как? Главное перекресток преодолеть. Преодолел. Все, финиш. Хорошо. Да, 10-е место в рейтинге кольцевых гонок наши. Потихоньку делаем карьеру в Олимпик Сити. Да, Райан Купер. $300 в банк. Моди Фитмэк меня напечатает у себя. Вот, 10-е место в кольцевых гонках. Собираем награды. Пожинаем плоды. Так, сейчас нас щелкнут. Ну, щелкнут, потому что мы заняли 10-е место. Вот другое дело, карбоновый капот на сей раз сфотографирован. Напоминаю, что он у нас уникальный, его нам подарила Саманта. Так сказать, наша помощница в этом городе. Так, далее у нас идет турнир по дрэгу. Отлично. Напоминаю, первое место в турнире 8 очков дает, второе место 6, третье 4 и последнее 2. В общем, по итогу 3 или 4 заездов, в зависимости от того, сколько их вообще будет в турнире, гонщик с наибольшим количеством очков побеждает. Но я, как уже говорил, хочу всегда быть первым. Ой, короткая передача. Сюзак и Сюзета выжили. Отлично. Очки стиля. Рискую, конечно, но кто не рискует, как говорится. Внимательно на перекрестках. Все, победа. Так, первый заезд пройден.
Так, а с нами ехали Джет на Subaru Impreza. Кстати, вот Subaru Impreza открылась. Spin на Acura Integra Type R. Вот тоже, получается, открылась. Но еще не мне вообще в игре. И Нест, дочь не он. Угу, винил. Следующая бунта. Вот она, Acura Integra Type R, слева от меня. Справа Neon, Dodge Neon и Subaru Impreza. Красивые машины. Перегрев, ну ладно. Это плохо, видите, как сразу медленно скорость набирается. Посмотрим, как получится. Воздушный мешок. Так, снова ловим воздушный мешок. Тихо. Нет, я, наверное, проиграл этот заезд. Да, давайте еще раз. Плохо переключил. Так, все позади пока что. Кстати, вот эти локации, на которых мы участвуем в дрэк-рейсинге, они в обычных гонках недоступны. Это именно как бы эксклюзивные дрэк-рейсерские трассы. Победа. Блин, красиво показывают эти ракурсы, как победитель едет. То есть я. Следующая гонка. Машина. Тихо. Трамплин, поезд. Шикарно. Кто не успел, тот врезался. Фух. Я молодец. Так, следующая и последняя, по-моему, трасса. Вернее, заезд. Блин, что-то я облажал. Ладно, ничего страшного. Авария. Еще раз. Перегрев, да? Ну вот ничего. Так, здесь во время прыжков сложно использовать закись азота, потому что обороты прыгают. Ух ты, это было близко. Давайте сразу направо уйдем здесь. И закись азота. Направо, направо жмем. Ага. Ой-ой, один врезался. Давай, ну! Ну! Да! Блин, это было близко, как я обычно говорю. Фух. Ничего себе, смотрите. 0,1 секунды он отставал всего. То есть это практически вровень.
Да, шикарно. Достойное, по-моему, завершение турнира. $6,250 в банк. Новые трассы, прочее. Все, продолжаем. Из деталей ничего не открылось. Дальше у нас, ну, снова драк, хорошо. What's up, Lucky? Thought I was tough to beat before? А это Клатч. Клатч – один из лучших дрэк-рейсеров. И эта гонка также будет на 10 место, но на сей раз уже в дрэк-гонках. Кстати, о рейтинге. Давайте посмотрим. Да, смотрите, мы заняли 10 позицию в рейтинге кольцевых гонок. Видите, 10 Купер. Это я. В остальных пока ничего нет. Никакого места. Давайте поборемся с Клатчем за 10 место в рейтинге дрэк-гонок. Клатч, по-моему, вот на зеленом Dodge Neon. С нами Mitsubishi Lancer и Honda Civic. Ну, хорошо, хорошо стартнул. Грамотно выжил Заки Сизота. О, как они далеко отстали. Отлично. Так, теперь главное внимательно никуда не врезаться. Поезд. Победа. Ну что скажешь, Клатч? Молодец, Клатч второй пришел. Не последний. $300 в банк. 10-я позиция в рейтинге дрэк-рейсеров. Давайте посмотрим. Да, дрэк, 10 место. Так, дальше у нас спринт. Погнали. Hyundai Tiburon. Справа Subaru Impreza, по-моему, или Dodge Neon. Subaru Impreza. А вот третий я не разглядел. Toyota Celica. Желтая. Тихо. Засмотрелся назад. Ой, это было близко. Так, одну минуточку. Так, 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 аудио. Давайте музыку все-таки прибавим маленько. Продолжаем. Видеокамера меня проинформировала, что SD-карта полностью заполнена.
Лишнее, как говорится, скопировал на компьютер, удалил их с SD-карты, освободил место. Продолжаем запись дальше. Осторожно. У нас дрэг, права на ошибки в принципе нет. Ой, не дрэг, а спринт. Отлично. На сей раз прямо. Победа. Вроде бы я наверное, поздно затормозил, да? А не порядок. Ну, тоже я рискованно, конечно, затормозил. Надо было до последнего на гашетку давить. Так, $300. Вот, открылась Subaru Impreza 2.5 RS 2003 года. Давайте ее посмотрим. Самое главное, 10 место в рейтинге спринт-рейсеров. Во-первых, давайте посмотрим наш ранг. Вот, в спринте я тоже 10. Пока что 10 получается в кольцевых, в спринте, в дрэге. И все. В дрифте пока мы не квалифицированы. Так, давайте посмотрим новые машины. Вот, Subaru Impreza. И все, по-моему, да, больше ничего нет. А вот Hyundai Tiburon GT V6. Хотя мы уже смотрели ее. Ладно. Напоминаю, что тюнинг здесь полностью весь переносится. Стайлинг тоже. То есть вы можете просто выбрать любую машину, обменять ее, доплатив, или наоборот, продавец вам доплатит, если у вас машина лучше. И тюнинг весь перенесется. Так можно делать постоянно. Ну, получается, эта фишка работала только в первом андеграунде. Так, ну что у нас? Еще один спринт. Не, давайте круг на вылет пройдем. И потом, если останется время, еще и спринт. Так, Nissan Sentra. Слева желтый, справа, значит, тоже Nissan Sentra. И белый Nissan Sentra. Три Nissan Sentra с нами. Давайте их пропустим маленько. Они там что бьются на повороте часто. Во! Давайте выжмем закись из это. Все, мы впереди. Так, поскачем. Так, срежем через стройку, как обычно. Тоже эта стройка будет длиться всю игру. А вот знаете, создали бы такой Need for Speed, где можно было поездить спустя много лет вот по всем этим городам, с первого, с второго андеграунда. Most Wanted, Carbon, вообще было бы, мне кажется, здорово. Какую-нибудь такую масштабную игру бы сделали, где нужно везде стать первым. Ну, допустим, уже не Райан Купер, а там прошло много лет, и, допустим, у него сын там появился. Или просто какой-нибудь другой гонщик. Или Райан Купер решил, как говорится, тряхнуть стариной и вспомнить места своей былой славы. И назвали бы ее Underground 3. Вот это была бы бомба. Мне кажется, сразу, как горячие пирожки бы расхватали. Кстати, такой возврат к истокам, к классике. Что думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, было бы круто.
Ай, блин. Фургончик подвел меня. Так, но соперник тут же воспользовался моей неудачей. Так, а у нас последний круг. Он, кстати, ошибся. Видите, мы его догоняем быстро. Так, спасибо. Уступил место мне. Как в трамвае. Отлично зарулили. Фургон, извини. А, ему пофиг, он дальше поехал. Какой опасный перекресток. Все. На сей раз хорошо проехали. И... финиш. Все вылетели. И остался Райан Купер на своем Peugeot 206. Аудиобах винил. $375 в банк. И Nissan Sentra 2004 года. Так, подождите. А ведь получается, что игра-то вышла в 2003-м. А Nissan Sentra в 2004-м. Стало быть, в этой игре нам представлен прототип этой машины. Ну, подобная история была с Pontiac GTO 2005 года, когда он появился в Underground 2 2004 года. Ладно. Я думаю, Nissan хорошо заплатил за рекламу Electronic Arts. Давайте, к слову, посмотрим этот Nissan. Nissan Sentra. Вот он. Очень популярный в свое время седан в Северной Америке. Мне тоже он очень нравится. Спойлер почему-то красный. Так, он уже спойлер так и не открыт, по-моему. Да, давайте посмотрим. Ой, ребята, блин, представляете, я столько времени ездил без спойлера, а он, кажется, открыт ведь. Блин, надо же так, только к четвертой серии о нем вспомнил. К четвертой серии вспомнил, что спойлер-то первого уровня, оказывается, есть. И тем не менее, меня пускали на разные турниры. При том, что у меня машина была, видите, на две полоски ниже по рейтингу. Видимо, это было несущественно. Вот такой вот спойлер, ладно, поставим. Обалдеть, только сейчас про него вспомнил. Я думал, почему-то он закрыт. Давно не проходил игру. Так, ну что там, пройдем спринт и будем завершать серию. Так, слева вижу Mitsubishi Eclipse. Здорово. Вот у нас стартует как бы в сторону, полный привод. Справа Mitsubishi Lancer в количестве двух штук. Золотого цвета и белого. Ладно. Всех порвем, как говорится.
Если что, ребята, то эти громкие щелчки, которые вы слышите, это так работают у GameCube контроллера шифты. L и R, верхние кнопки. Получается, на правый shift я газую, на левый shift торможу или притормаживаю, в зависимости от ситуации. Ничего страшного. Помните, тут слева реклама Cadillac Escalade? По-моему, на синей фуре, да. Так, топим закись. Отрываемся. Ой, помешали плакатики всякие хреновы. Так, прыжок через мост. Шикарно. Ну не так шикарно, как если бы я, блин, на полную скорость вошел. Так, ладно, не будем сдаваться. Мало ли что может случиться. То есть, если бы не ошибся, бы все получилось. Ладно, еще раз. Рестарт. Давайте сразу закись из этого выжмем. Поехали. You see, I'm still on fire. Da 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 da. Да, они, конечно, лучше вот поворот входят, чем я. Неудобный. Слышу звук закиси, я задачи это. Ну не пустим. I see your fire. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Ух ты, блин, ничего себе. Вот это удар был. Он меня круто обошел, его занесло, и я в него влетел. Блин, обалденно. Не часто такие моменты бывают. Как будто постановка. Тихо, блин. Я знаю, пожалуй, что ты круто управляешься, но не надо так резко. В следующий раз я победу не отдам. Красиво финишировали. Так, а на втором месте на Лансере была Карла. На третьем месте тоже на Лансере был Прайс и Мьют. Или Мут на Mitsubishi Eclipse. Так, меня напечатают в Элла Баррер. $375 в банк. О, краска второго уровня, здорово.
Итак, фоткаемся. Sweet, you're on the cover of an Italian tuner mag. Неплохо. А покрасим мы свою машину в следующей серии. На этом я буду прощаться. Спасибо большое, дорогие друзья, что вы меня смотрели. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Алексей и канал Алекс Монг Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи!